Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала. Вот такой газон-косилка, типа тележкой, даже в Омской области женщина. Я говорю, тележка. Она даже не знает, что такое. А, я говорю, не тележка, а коляска, говорю. Она даже не знает, что такое слово коляска. Я говорю, четыре колеса, блин, и все равно она не поняла, что за коляска. Вот. То есть купил 4500, занял у соседки меня. Говорю, потом отдам, как накоплю денег. А может быть, эти подписчики сложатся, мне помогут. Немного денежка. Но это вряд ли так. Подписчики, как правило, ничего не посылают. Все бедные. Вот. Я хотел постримить, то есть на стримах я ничего не заработаю. То есть я там немного постримил, ну, там YouTube написал, у вас контент не подходит для несовершеннолетних. Хотя я там писал в этом, когда заполняешь это самое видео, написал, не для детей, видео не для детей. Ну, я там удалил, естественно, все видео эти. Так, отпечатываем. Так, что у нас там? Естественно, паспорт. Как его собирать? Здесь все написано. Вот 1200 ватт. Нормально. Ручки. Но мне еще от старых двух газонокосилок ручки остались мне. Это уже у меня четвертая. Первая тоже купил что-то. Ну, давно помню. Купил. 2 года. Сломалась. Потом поехали в другой магазин. А, сначала у себя там в магазине купили там. Ну, там дорогие. Потом все подорожало. Мы поехали в магазин Оби, там купили. Самый дешевый. 2 года поработала, сдохла мне. Потом чуть-чуть подороже взяли. Но та 5 лет поработала. Так, что здесь еще? Вот этот контейнер. Ну, здесь собирается сюда проволочки, вставляете вот эти проволоки вот для этого контейнера. У меня точно такой же есть там другой контейнер. Может быть, подойдет мне. Так, что там у нас еще? Колеса отдельно. Вот, надо закручивать здесь винты. А то на моем уже колесо лопнуло вот это. Пластмасса не. Ну, как правило, пластмасса бывает не очень-то хорошая. Так. Что-то нифига не вытаскивается. Так. Что на не вытаскивается-то? Так, вот это вот. Как всегда, в комплекте не дают кабель. Вот это плохо. У меня кабель есть. Ну, это ручка такая. Так, что же она не хочет подниматься? Ой, блин. Как не потерять, блин. Ты без колеса будешь, блин. Вот этот винтик здесь. Что-то какой-то короткий винт. О, ну ладно, потом разберемся. Так, и вот эта хрень. Ну, это под контейнер. Вот это вот. Вставляешь ее. Может, даже сейчас вставлю. Сейчас колесо уберу, чтобы не потерять. То потом без колеса будет ездить. Ну, я могу с этой, со старой снять, в принципе, колеса, что там. Колеса. Старые там у меня, она... Там колеса регулировалось. Можно было выше, ниже ставить. То есть, если на старой-то с регулировкой колес было. А здесь, наверное, просто она будет ползать, как... По этой вот. Там просто у меня такой штырь был такой. Можно поднять, и все 4 колеса поднимаются или опускаются. Но здесь такого, наверное, нету. Так, как ее вытащить-то, блин? Так, что здесь у нас? Крепежные винты. Ну и можно со старой. Это
У меня собрана уже ручка, в принципе, там с розеткой тоже. Розетку только переставить эту и все. Так, блин. Ой, не знаю, как мне показать-то вам, чтобы вытащить ее. Да она не тяжелая, в принципе. Она белая, без колес она. А, без колес. Без колес. А колеса вот регулируются, видите, выше, выше. На мои-то это, там рычажок был. А почему у меня это, а у меня, вот, то есть, когда вот это вот нагревается, пластмасса, и она уходит в эту сторону, и уже бьет по корпусу, поэтому. И потом она клинится, и все. Плохо, что вот здесь бы металлическую пластину положили бы под нее, а здесь, наверное, нету нифига. Ну ладно, сейчас мы это, колеса будем прикручивать. С вами канал «Все для огорода». У меня такая была тоже. Она как бы, не знаю, на какую, ну, отмотки. Повыше, пониже. Вот, поставим. Если на середину. На середину попробуйте накрутить. То есть вот здесь удобно, вот здесь накручивает. Вот. А колесо будет крутиться просто так. То есть вот это, она постоянно закручивается. У меня таких не было. У меня было просто винт закручиваешь и все. Так, это на вторую я закрутил. Ну ладно, пойдет и такая. За 4500. Тата за 7 я брал. Мы с мамой ездили. С мамулей моей любимой. Ездили. То есть вот это крутите до конца, туго закручивается, то есть. А сама вот эта часть, вот эта верхняя, она просто будет крутиться. Ну ладно, посмотрим, насколько хватит, у соседки. Говорю, дай мне денег, как накоплю, отдам. Она говорит, ну ладно, давай, на тебе. Покупай. Вот у тебя все заросло, блин. Все в том траве, блин. Никто помочь не может. Бедному каналу «Все для огорода». Там единственное, что, ну, как бы присылают по 100 рублей те люди, которые... Я ролик выложил, как лечить геморрой за 6 дней. То есть... Вот, за 6 дней, как сделал, ну, у некоторых внешний геморрой. Ну, бывает внутренний, не знаю, внутренний пройдет, не знаю. У меня внешний был. То есть, там, на выходе заднего прохода, как сказать, шары такие были. Я к чем только с чесноком сжег, бля. Ни хрена. Потом, он рыжий кот пришел на обед. Вот, потом содой попробовал делать клизму, думаю, дай-ка я содой сделаю. Не одной содой, а думаю, а дай-ка я йоду еще добавлю. Вот, добавил йода, ну, у меня как бы, и делал клизму 6 дней. Смотрю, на 6-й день, то есть на 7-й, смотрю, куда-то пропали это все, эти шишечки такие, геморрой. Вот, все. Вот, 96, ой, блин, 96 децибел шума. О, блин, уже катается уже. Блин, как бы не укатился сюда, куда-нибудь надо что-то подставить. Вот где. Горит. Блин. Так. Как бы не укатилось куда-нибудь, надо что-то положить. Я знаю, что не такое, нет ничего. Вот коробка есть из-под этого. Здесь недавно брал плитку такую вот. В лобе. 100 рублей стоит. Хорошая. Так, так. Да. Все равно катится, блин. Так.
Так. Эти трубки. Ну, можно, я говорю, у меня готово, есть эта ручка. Так, где там у нас что? Где что-то заглушки какие-то? Заглушки. Вот так, что ли, она вставляется. Капцу подложить чем-нибудь. Я вот сейчас так положу. Положу. Вот. Сейчас попробуем собрать такую фигню. Ну, я говорю, у меня готова ручка есть от старого. И, конечно, тут подороже. Там такой рычажок снизу был. Вот так вот поднимаешь рычажок, и она четыре колеса то поднимается, то опускается, конечно. Вот. А... Ну, думаю, тот дорогой, блин, нахер надо. Еще 2000 надо было где-то взять. Я говорю, мне этого хватит. Блин. Вот на 2-то хватит, наверное. А может больше. Так, это что у нас? Это... Так, это что-то винты какие-то здесь. Да, это винты, два саморезика каких-то маленьких. Сюда, что ли? Наверное, сюда. А я это не взял шуруповерт-то, блин. Блин. Не взял шуруповерт. Ну ладно, сюда положу. Не взял я шуруповерт, ребята. Ребята, демократы. Так, вот это снимаем. Это свистит синичка, где-то у нее, видимо, гнездо, блин. И она, блин, свистит, блин. Так, как я это, блин, все сделал. Вот это ручки, блин, на ручку надо поднять. То не будет видно. О, больше не поднимается. То есть здесь у меня лестница такая. Так, я сейчас застопорю, чтобы ничего не свалилось, блин. Я снимаю фотоаппаратом. Так. Ты знаешь, мы лучше снимем эти дудки, а их зафиксируем лучше внизу, блин. Внизу зафиксируем. Ну, видно, нет ли. Что-то ни хрена. Ну, сейчас пущу. Что-то, блин, экран, что ли, не открыться, что ли. Так вот, рука моя. А, здесь тень на плетень. Ну, ладно, мы сейчас это... Так, это что? Это сюда, по-моему. Или этот наоборот. Наверное, вот так, что ли. Так. Что-то не лезть, ни хреновая. Фунты какие-то. Так. Чё она не хочет крутиться-то? Зараза.
Так, одну забодал. Забодаю, комар. Сделал. Так, теперь эту. Эту тоже сейчас надо прохреначить ее туда. Я говорю, из этого, из Омской области, я говорю, тележка эта, коляска мне. Она говорит, что за коляска-то? Блин. Ну, люди, может быть, не знают, что такое коляска. В деревне живут, конечно. Они не знают, что такое коляска. Они не знают, что такое коляска. Я говорю, детей-то возят в родные коляски. Она говорит, я даже не знаю, что такое. Ну, думаю, ладно, не знаешь, так не знаешь. Она говорит, у нас триммер. Триммер это другой совершенно. Триммер он на бензиновый или электрический, на плечо надо. А это вози ее и все. Все, ребята, собрал. Теперь вот здесь вот закрепить ее. И контейнер собрать. Я не знаю, куда дел. Так, контейнер собирается. Не знаю, как он собирается. Забыл уж, как собирается он. Как он там собирается, контейнер? Давайте я соберу его это в другой части. Неудобно, здесь и телега лежит. Это, блин. Так, я сейчас антенны здесь уберу. Здесь антенны, блин, видео наснимал, блин. Здесь мне антенны лежат. Все, спасибо за просмотр. Такая вот тележка. Косилка такая. Ой. Ну, это самая простая. У меня таких были две штуки, я помню. А дорогая там была, что за 7 тысяч. Там рычаг такой, и четыре колеса, они поднимаются, а пыль опускаются. А здесь просто закручиваешь вот так вот. Ну, пойдет и такая херня. Если никакой нету, вон кот пришел рыжий на обед. У меня здесь это тушенка есть. Я здесь тушенку купил. Она такая плохая, то есть одно желе, а нифига нету. Так, где-то там, дружок. Все. О, ребят, закрепил. Ой, только еще надо саморезы закрепить. Зараз. У меня это. Все, на этом видеоролик заканчиваю. Здесь саморезы у меня нету шуруповерта, даже ручного. Отвертки нету. Все, я собирал, в принципе, прямо. И контейнер я отдельно сейчас это сниму видео. Вот здесь надо саморезом закрепить. Вот он пластмассе, и в эту дырку должен чуть-чуть зайти. Обычно саморез, не винт, а саморез. И все. А это будет вот это. Чтобы косить высокую траву, контейнер-сборщик вот этой травы, мы снимаем вот сюда вот. Здесь вот есть две прорези, сюда вставляем палку, чтобы трава выкидывалась. И можно косить высокую траву. То есть любую высокую траву можно косить. Потихонечку так идем, нажимаем, то есть она там падает и под нож, и рубит там, и нормально. Короче, нормально. Здесь вот два пальца, как об асфальт. Все, спасибо за просмотр. Ставим лайки, жмите на колокольчик. Кто хочет, кто может поддержать материально. Зараз, козин, муж кусает. Всем пока-пока.